Добрый вечер. В ближайшие сутки погоду в Латвии определит антициклон. Этой ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный снег, туман. Ветер слабый, северный. Минимальная температура воздуха минус 6, минус 11 градусов. На побережье 0, минус 5. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха минус 1, минус 6. На побережье местами до плюс 1. В Риге ночью облачно с прояснениями. В первой половине ночи возможен небольшой кратковременный снег. Температура минус 5, минус 7 градусов. Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. Температура минус 3, минус 5 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. На этом у меня все. Хорошего вечера и до свидания.